Здравствуйте, уважаемые подписчики! Вы на канале «Стройгарант Анапа». С вами я, Александр Аникиенко. Помню, мы только выставили этот дом, сделали обзор, и я написал, что он уже в броне. Так вот, забронировала его как раз Елена, и сегодня хотим вот взять у нее отзыв. Елена, скажите, пожалуйста, вот почему Анапа? Многие же переезжают там Геленджик, Сочи, Новороссийск. Немногие, но тем не менее. Вот почему вы выбрали Анапу? Ну, нам нравится пляж песчаный, в тех местах, где вы перечислили, его нет. Да, вот, тоже. Нравится, как бы, здесь горы давят там, это вот чисто наше, как бы, такое ощущение. Я не люблю горы, вот, честно говоря. Да? Да. А здесь, как бы, вот такой простор. Ну, а ветра не напрягают? Ветра там сильнее, здесь у вас меньше ветра, не напрягают. Ну, в целом нормально, да, Анапа? Да. А здесь как бы еще вот тут вот звезды там, коровы пока гуляют. Ну, это и назвали звездные, да. Травой, да, пахнет. По инфраструктуре, Елен, потому что тут не совсем может быть больница. Люди хотят прям, чтобы она вот здесь прям была. Как для вас? Или вы не болеете? Ведем здоровый образ жизни, стараемся не обращаться к врачам, лечимся гомеопатией, поэтому... Все, вот так, друзья, надо выбирать коттеджи. Поэтому больница для нас не самое важное. Елена, а магазин вы обещали, что... Магазин, автосервис, остановка, это все, будет, да? Да, обязательно. Остановка уже, да, в оба направления, а магазин и автосервис, это а мы сделаем. От вас будет? Да, продуктовый прям конкретно наш будет. Если надо, можете даже арендовать. Вот. И такой тоже вопрос. Много ведь застройщиков, ну, ни для кого не секрет, в Анапе. Почему выбрали именно «Стройгарант Анапа»? Чем вам так понравилось? Ну, я могу сказать, что таких коттеджей-то и не так уж много тут. В Анапе в самой, да? Да, 3-4 вот получается. Поэтому как бы особо-то и нечего выбирать, но понравилось, что у вас как бы тут все такие приветливые, одна семья. Помогаете. Ну да, да, это мы пообещали все. Идете, да, на какие-то там уступки, помогаете с переездом, в общем-то. Ну а нам зачем? Нам, как я вам уже говорил, это реально так. Мы вам сделали хорошо, вы нас порекомендовали кому-то. Ну, доброе имя – это лучше, даже, как говорится, золото. Ну и так вроде все аккуратненько, красивенько вроде. Ну да, 3-4 поселка в Анапе, и это все наши. Ну, вот так вот. Да. Ну мы вышли как бы практически уже с Гастагаевской. Мы там точечно строили, еще есть дома, но уходим полностью на Анапу. Почему у нас вот 15 проектов именно 106? Можно говорить, да, почему? Да. Потому что здесь меньше окон. Солнце меньше, вы имеете в виду? Да, что как бы получается, ну, из-за того, что, да, как бы там посветлее наверху будет, там внизу вот. Ну, просто планировка понравилась. Планировка, да? Ну, у вас 3 спальни наверху, одна внизу. Да. А многие приезжают, я вот заметил наоборот, мне там побольше окон, в пол и так далее. Я тоже думаю, куда здесь солнце, вот так вот, если честно. И потом это все надо либо тонировать, либо жалюзи устанавливать. Да. Мы же почти местные, поэтому как бы знаем, что оно все перегревается, все потом душно, жарко. Ну, спасибо, Елен, за честный отзыв. Смотрите, это на нашем... Приходите еще через год. Да, обязательно. У вас, если какие-то будут пожелания, тоже можете лично мне. Мой номер есть. Да. Вот, мы никого не оставляем. Мы реально здесь как одна семья. Вы, получается, уже четвертый, кто сюда заехал. Вот эти 3 дома, да, у нас уже живут. Тоже довольны. Положительные отзывы. Стараемся вот так вот себя рекомендовать, держать. Уважаемые подписчики, если вас заинтересовали коттеджи в коттеджном поселке Звездный, то подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте нас, смотрите обзоры. Здесь осталось домов в продаже не так уж много. Осталось всего лишь 5 участков, где мы будем тоже строить дома, ну, за свой счет, если вы не забронируете, не выберете проект. А так осталось домов в свободной продаже 7. 7 домов и 5 участков. Это с октября прошлого года, как вы помните, кто следит за нами, мы уже весь Звездный распродали. Спасибо вам, спасибо нашим клиентам. Мы будем рады видеть и вас, кто сейчас смотрит, где-то Сибирь, Дальний Восток, Урал. Мы вас ждем, все будет хорошо, не переживайте. С вами был Александр Аникиенко, всем удачи, всем пока.